уже после его смерти я узнала, что стронций и цирконий разлагают кровеносные сосуды. У него не выдержало сердце. Он умер прямо на работе. А какие-то после его смерти как-то государство вас позаботилось? Заботилось, были льготы, но сейчас это практически все с вдов и детей сняли. Если хотя бы вот... Несчастные эти льготы, что мы платим 50% за квартиру и за свет. И вот этих вот две льготы они с нас снимают. С вдов. Хотя бы вдов не трогали. Вот. Почему они не трогают так вдов Великой Отечественной войны? Когда же мы те же вдовы, что и Великой Отечественной войны. Там человека убило, его нету. А здесь человек ходил с ходячей смертью. Он сегодня был, а завтра его уже нет. Права инвалидов, за права афганцев, интересы всего мира в Чернобыле. Потому что Чернобыль – это трагедия не только нашего государства. Значит, казки правлячого режима про те, что коштів в Україні немає, як казками. Є, значить, кошти на Мерседесі. Чому ж вони знаходяться для того, щоб захистити інвалідів, дітей, вдів, потерпілих, ветеранів і так далі, і так далі. Антиветеранським, антилюдським намаганням уряду України і продажний парламент. Сьогодні ми з вами